Всем привет, друзья подписчики и кто просто просматривает мой канал. Друзья, сегодня пойдет речь у нас про атаку. Меня просят подписчики сделать атаку, хотя я показывал уже раньше, что я атакую на данный момент сейчас. Ну, я примерно ставлю 4 слона, но ставлю больше. Пока буду искать на арене, еще могу дойти. Стандартный бой у меня 4 слона. И где-то получается примерно, ну, 400 лучников. Может быть, чуть-чуть больше. Но это, друзья, зависит от вашего штаба. Как знаете, что у меня штабы на пределе. Ну, у меня получается так, 4 слона, где-то 400 с чем-то лучников. Приходится, конечно, больше искать на арене. Но что делать? Ну и, конечно, нужны обязательно герои. Без героев не пробить. По заклинаниям я нанимаю... Сейчас. По заклинаниям я нанимаю 4 обыкновенных и 1 метеорчик. Так, буду показывать стандартный бой, потому что у меня тут есть виповские. Я не буду брать, потому что там будут другие войны. Я покажу вам стандартный бой. По поводу личного турнира. Так, сколько нам тут не хватает? 42. Я сейчас выставляю по 100, чтобы немножко вырваться. Моя задача именно герой. Так, по поводу турнира, здесь вот такой расклад. Ну, 2 100% я возьму. Сейчас просто много работы. Ну, попробую 2 взять, потому что тут есть конкуренты. Этот будет по-любому рвать. У меня есть тут конкуренты. И, может быть, вот этот будет атаковать. Есть вероятность, что и Барри будет. Так что я не уверен, если я возьму все 3 приза. Хотя я много раз говорил, что плюс 10 к атаке защитных сражений по воинам порядке. Он будет только на воинов порядка нападать. Хотя он мне тоже бы понадобился, ну что делать. Так, по поводу подарков всех. Я вытащил самые основные. Вытащил статую, как я и хотел. Здесь осталось 2, которые мне нужны. Это плюс 10 порядка. Этот у нас на хлеб, кажется, да? Этот мне не нужен. И вот этот. 10 к урону. У меня от виповского приходят. Если я не успею взять их, хотя у нас еще есть 9 дней, я успею. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас на арене. Так, в принципе, вот такая армия мне вполне устроит. Ну, видите, у меня мало героев, так, там мне никто помощь не скинул. Нет, все спят. Давайте поищем. Я атакую ночью, потому что попадаются города более-менее слабыми. Сегодня днем на арене невозможно было работать. Даже вот такой можно атаковать, но... У меня нету героев. Обязательно герои нужны. Приходится долго искать. Ну что делать? Если я найду город, я покажу, как правильно атаковать. Такие города даже нет смысла нападать. Так, ну пока нету ничего. Если вы захотите, например, 50% брать, вот такие города как раз вам подойдут. Здесь стандартом разбивать зиккурат, одну пушку. Либо сбивайте 2 пушки вот здесь. И по кругу лучниками.
Но это в том случае, если вы только лучников нанимаете. Хотите там 50-80%. А наша задача пробить на 100%. Так, ну, пока нету. Да, друзья, и забыл вам сказать, что чем выше биде, тем меньше слабенькие, короче, города попадаются. Вот такие города тоже интересно можно пробивать. Этот город можно пробить на 2 звезды. Вполне. Ну, не забывайте, что он вам потом обратно вернет вашу же месть. Хотя, когда идет личный турнир, никто не обращает внимания на эти мести. Дни у карты были вообще отвратительные. Многие атакуют. Завтра, вернее уже сегодня, вообще не будет нормальных городов. Выходной день. Так, и как и говорил, если нет, он не попадается. Либо перезагружайте. Ну, это я на стриме могу перезагружать. Сейчас я не могу перегрузить. Уже подзависает. Нету, я не вижу пока. Ну, пока ищите, например, у вас там воины достраиваются. Чем вот плохая такая армия, что очень приходится долго искать. Ну, посмотрим, может быть, найдем сейчас. Вот, видите, я нашел его. Вот такой город можно попробовать разбить. Ну, нам будет мешать, наверное, буду атаковать с этой стороны. Нам нужно ударить сюда. Проверить пушка, как она мощная. Отлично. Значит, сбиваем еще одну. Еще одну. И вот этот зиккурат не будет мешать. Первым делом сразу сбиваете башню смерти. Все. Потом по стандарту. Так, этот шпиль тоже надо сбить. Зажимаете Shift. Держите левую кнопку мыши. И вот так запускаете. Немного. По чуть-чуть. И вот так постепенно через Shift запускайте. Всех сразу не надо выпускать. Так, и что у нас? И запускаем какого-нибудь героя. У меня героев мало, я еще, может быть, и не смогу разбить. Потом запустим мы крылатую. Крылатую мы запустим вот здесь, чтобы сразу подбил зиккурат. Героев не жалейте. Да, я еще могу и не успеть. Но у меня есть еще одна. Крылатая. Так, эту пушку мы тоже собьем. Так. Ну, где-то так, друзья. Все через Shift. Чтобы не убивали сразу кучку лучников. А так пушка не будет доставать. Она может доставать сюда. Но эти лучники будут прорываться. Ну, где-то так примерно. Видите, стандарт даже я использовал 3 слона. 3 слона и даже чуть меньше. Сейчас посмотрим, сколько у меня тут лучников ушло. Ну, почти 333, а было 400. О, и камушек даже дали. На героечка. Повелитель холода. На него. О, даже мы сейчас, наверное, сможем улучшить его. Да, наверное. Так, ну где-то так, друзья. Это стандартный бой у меня.
И где-то уходит у меня на стройку, ну, час. Ну, давайте посмотрим сейчас, я не знаю точно. Так, раз, два, три, четыре и один. Так. Сразу же восстановим это все быстро. Раз. Так, итого у нас получается, ну тут слонов больше. Короче, каждые 50 минут можно идти в бой. На 100%. Как помните, раньше я показывал, что я атаковал рыцарями и гоблинами. Сейчас я это прекратил, потому что столько дней это никто не выдержит. Это с ума можно сойти. 19 дней играть. Даже в эти 9 дней. Ну, посмотрим. Это вам можно играть рыцарями и гоблинами, когда там уже турнир почти подходит. Остается, может быть, день. И чтобы побыстрее набирать, так можно. Так, ну что, друзья, давайте мы улучшим. Как я и говорил, я ставил по 3 бутылки. Ну, давайте посмотрим. Многие пишут и говорят, что не дают с 3 бутылками вам плюс 5 уровней. Это означает одно, что у вас, например, не поднятый уровень. То есть я имею в виду, что нет у вас плюс 10 реликта этого. Бывает так, что и вот сегодня мне друг писал и сказал, что он с одной бутылки. Я ставлю 3, чтобы мне нужен уровень поднять больше. Не жалею эти бутылки. Потом буду поднимать по одному уровню. Друг писал, что он поставил одну бутылку и ему дали сразу плюс 10. Бывает и такое. Бывает так, что без бутылок сразу вам 10 дали. А бывает, что не дают. Так, и еще 200. Это примерно у меня получится 2 боя и немножко с мелочью. Так, давайте посмотрим, что у нас там, куда я уже попал. Вырвался на 4-е место, но пока буду спать утром, уже буду, наверное, на 8-м, на 9-м месте. Потому что люди сейчас активно играют. Они бы не играли так активно, если бы не было бы героя. Все хотят попытаться все-таки урвать героя. Есть 9 дней, вполне вероятность, что можно успеть. Я, конечно, до 230-го уровня не буду идти. Мне это не нужно, но сражаться я буду. Нужно держать позицию. Два. Может быть, урву, может быть, не урву. Это зависит, сколько мне будут давать уровней. Потому что бутылок уже нет практически. Так. Сейчас мы улучшим героя. Но для начала я хочу улучшить один камушек. Вот он. Хочу 5-й поставить. Чем на гоблинов поставить, либо на лучников. А может быть, все-таки на 6-й. Наверное, на лучников поставлю. Поставлю 5-й, прокачаю и поставлю 6-й камень. Нормально. Так. Ну и, конечно, герой. Я героев не прокачиваю. В том плане, что за рубины. Мне это не нужно. Я категорически против. Так. Вот он. Улучшаем. Видите, у меня первые уровни. Мне это не нужно. Ну, так что так вот, друзья. Все, что мог рассказать, потому что мне многие пишут, покажи атаку, как я атакую лучниками и гоблин. Ой, лучниками и слонами. 4 слона, 400 лучников, и вполне вероятно, что вы сможете пробить. Я даже пробил с меньшим количеством героев и с меньшим количеством лучников. 333 лучника нормально. И даже 3 слона было, а не 4. Так что так вот, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.